На несколько часов гимнастический ковер Татьяны Арены превратился в площадку для соревнований в игре «Just Dance». Леновские спортсмены из футболистов и гимнасток на время переквалифицировались в танцоров, а все благодаря международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Трофей соревнований приехал в Ульяновск, а вместе с ним и организаторы, блогеры и киберспортсмены. Самая главная цель нашего путешествия – это трофей. Мы везем его в каждый город. Люди могут прийти на мероприятие, с ним сфотографироваться впервые, да? Кто это может сделать. И, соответственно, потом этот трофей полетит в космос на Байконур, прилетит обратно и поедет на сами «Игры будущего» в 2024 году в Казани. «Игры будущего» – это подход к спорту с современной точки зрения. Сначала участники поборются за победу в виртуальной реальности, а затем переместятся на поле в реальном мире. На играх будет 5 направлений. Фиджитал спорт – это футбол, баскетбол, хоккей, гонки на компьютере и на арене. К тактическим относятся стрельба и лазертаг. Также соревнования по видеоиграм и смекалки, а еще гонки дронов, роботов и скоростные прохождения. Это фиджитал дисциплина, которая подразумевает физическое, да, физический спорт и киберспорт. Ты сначала играешь, допустим, в приставку, да, баскетбол, где мы были в Нижнем Новгороде, там были соревнования по баскетболу. И, соответственно, потом эта же команда против другой команды идет в настоящий физический баскетбол играет. Баллы суммируются и выявляется победитель. Турнир по ритм-стимулятору, который прошел в Ульяновске, очень понравился молодежи. Задача игроков было повторять движения с экрана и набрать как можно больше очков. Закончили соревнования по Just Dance масштабным флешмобом. Нравится, танцы очень заряжают энергией. Здесь очень классно и комфортно, очень весело. Мы думаем, мы победим. Ну, вообще главное – получить удовольствие. В течение дня кортеж с трофеем проехал почти через весь город, заглянул и в Волгоспорт-арену. Затем из Ульяновска главный символ «Игр будущего» отправится в Самару, в Уфу и Оренбург. Финальная точка маршрута – космодром Байконур. Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.